каждый год 31 октября мы с друзьями смотрим фильмы ужасов. Что-то похожее, что-то знакомое, да, во фразе? А ведь так и есть. Каждый год с 31 по 1 ноября наступает самый страшный день в году. Это Хэллоуин. Велесова ночь, по-другому, да? Запрещенный в России праздник. А праздник ли это? Вот в чем вопрос. И хочется себя все время удивлять, постоянно думать, чтобы посмотреть такое, что-то интересное, что-то новое. Хотя новое не всегда страшное и не всегда адекватное. Больше я люблю, конечно же, классику. Что-то 80-е, 90-е, наверное, больше 90-е, да? Начиная с 90-х по 2000-е. И вот я открыл для себя редкий сериал. Надеюсь, вы тоже откроете. И не смотрели такой сериал, как «Мурашки». 1995 по 98 год. Всего 4 сезона, но поверьте, они того стоят. И действительно становится жутко не по себе. И страшно. Первая серия, ну просто бомбит. Режиссеры Уильям Фройнд, Рон Оливер, Джон Белл. Премьера состоялась в мире 27 октября, почти под Хэллоуин в 95 году. Каждая серия по 22 минуты, условно 25 иногда. И 473 актера. Элла Стайн, Кэтрин Шорт. Они все молодые, кто-то известный, кто-то уже взрослый, но тем не менее. Очень много актеров снялось. Кэтрин Шорт, Коди Джонс, Скотт Виквай, Амир Рустайрон, Стефани Кэтрин Лонг. Молодые актеры, подающиеся надежды. 8 эпизодов из 4 сезонов. Вот это да. Заинтриговали. И оценочки, между прочим, очень хорошие. Мы, кстати, тоже поставили 8 баллов. Главные герои — обычные дети. Дети, которые попадают в различные сложные ситуации, в которых им приходится сталкиваться с призраками, монстрами и прочей нечистью, жаждущей пощекотать ребятам нервы. Да, аккуратнее, друзья, аккуратнее. Не знаешь, до чего тебя доведет эти щекотания нервов, так сказать. Ну что, я думаю, я для вас тоже открыл новый сериал, ну как новый, который вы не смотрели. Сериал-то уже старый, классический, 95 по 98, но он того стоит. Очень советую, great review. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, если вы не знаете, чем попугать себя в этот Хэллоуин. Поверьте, 4 сезона вам вот так хватит. Не смотрели? Посмотрите. Готовьте конфеты. Мы скоро будем. Welcome back.